кислак кишкам часто смотрим и на кровь, и на нерв, и на целиакизм, и случаи такой вот субклинический протекающий целиакизм, воспаление всю жизнь, жил 60, 65, 70 лет, приходит на прием, смотрим болезненный тонкий кишечник, находим маркеры целиакии, исключаем глютен. Бабушка прибегает, говорит, господи, у меня суставы не болят. 70 лет суставы прошли, 20 лет болели. Ну, что ты скажешь? Ну, и такие есть еще альтернативные тесты, когда исследуются жирные кислоты, метаболиты, микробы. Честно говоря, не очень показательный тест. Но полагайте, надо понимать, что сыпать в кишечник нормальную микробиоту, препараты всяких лактобактерий, когда там неправильное питание, когда там избыточная нагрузка углеводами, когда там нет нормальной гормональной лактеры, ну, практически не спорят. Антивозрастных доктора предлагают в основном два подхода палеодиет, например, низкоуглеводная палеодиет, когда предлагается все, что человек до сельскохозяйства мог поймать, съесть продукты, которым иммунная система, по идее, должна быть более толерантной. Ну, и ФМД, диета, имитирующая голодание, и в последнее время все-таки статистика говорит ее пользу. Она не происходит голодание, несмотря на имитацию голодания, вполне себе на самом деле съедобная цикленная диета. А ФМД прям советую почитать. Ну, и менеджмент. Что делать? Собственно, мы понимаем, что генетическая предрасположенность к тому или иному воспалению есть. Инъекция всегда рядом, вакцины и иммунные стимуляторы тоже штука такая, которая может нам стимулировать такое нормальное воспаление. Избыточный рост как фактор воспаления имеет значение. Ожирение, конечно, да, дефицит сна, да, длительное пребывание под стрессом, да, дисбаланс стероидов как противовоспалительных факторов, конечно, да, провоспалительное питание, да, вот именно жирок. Перегрузка системы.